приняли участие 60 номинантов в 13 номинациях. Голосование длилось 10 дней. За это время на сайте проголосовало более 50 тысяч человек. Сегодня у нас Красногорск. Какое сегодня число? 20 декабря. Да, День органов государственной безопасности. Мой в прошлом профессиональный праздник. Сегодня у нас финал премии городского округа Красногорск, которую организовала общественная палата. Премия «Человек года». Перед нами стоит номинант, который, в принципе, считает себя человеком года. Я с этим соглашусь. Потому что Виолетта представляет наше движение, наш клуб. Ярополк. Как номинация называется? Будь здоров. Будь здоров. Надеюсь, ты сегодня победишь. Что ты хочешь пожелать молодежи? Я хочу, чтобы наша молодежь занималась спортом, не гуляла по улицам, не пила, а была спортивной и здоровой. Ну, пить энергетики это ведь можно? Ну, хотя не тоже гадость. Вот обычную воду, обычная вода. Обычная вода с лимоном. Да. Как тебя зовут, Илья Сергеевич? Стёпа. Будешь болеть или нет? Да. И следующая номинация «Будь здоров». Хотелось благодарно сказать спасибо всем участникам, которые принимают участие в данном конкурсе. Ни в одном, да, дисциплине такой премии не проводится, и я очень сильно искренне желаю, чтобы эта премия приобретала все больше оборотов, и, надеюсь, Красногорска в будущем будут брать премию. Как хорошо сказал Илья, мой давний друг, занимается непосредственно спортом, патриотизмом, мы все это знаем, и мы ему очень сильно за это благодарны. Сейчас перейдем к победителю Сабитова Виолетта Михайловна. С такими девушками ничего не страшно. Поздравляю! Ура! Давайте поддержим! Погромче! Вот они, спортсмены в зале. Виолетта, молодец! Номинация «Будь здоров», друзья. Еще раз ваши аплодисменты. Поздравляю! Это большой молодец. Виолетта у нас выиграла сегодня. Покажи конверт. 15 тысяч рублей даже получила, да, и Сабитова. А Виолетта в номинации «Будь здоров» получила первое место. У вас было там человек 10, вышло финал 6, и ты победила. Все остальные, обращая внимание, были совершеннолетними. Виолетта у нас еще не совершеннолетняя, ей только 15 лет. Но она уже является чемпионкой России, бронзовым призером чемпионата России. Представляет наш Красногорск на всероссийских, а, надеюсь, в дальнейшем уже на международных аренах. Ну что, Вет, ты довольна? Очень. Поэтому, Вет, поздравляю тебя от всего Спасибо. Клуба. Наш клуб за тебя болел, голосовал. Ты больше всех набрала голосов. 2500, да? Да. 2500 голосов, да. В том числе наших клуб, жителей Красногорска. Давай, все. Всем умничка. Спасибо.